были в Дубае, Абу-Даби. Побежали! Всем привет! И вы на канале Супер Злата. Злата Лифт. Вы на канале Злата Лифт. И сегодня наш долгожданный день. Мы идем в Universal, скорее едем. Парк аттракционов. И мы взяли с собой перекус, упаковали запасные. И сосиску. Ребята, мы просто покорители аттракционов. Мы были в Дубае, Абу-Даби, в Сингапуре и теперь в Штатах. Но тут нас ждет самая крутая зона. Да. Гарри Поттер. Мы припарковались и мы бежим к аттракциону. Открытие, чтобы успеть. Побежали. Вы слышите эту музыку? Парк состоит из нескольких частей. На одну часть мы спускаемся по эскалатору. Водяная горка. Златка, как тебе? Очень классно и опустила воду неожиданно. Ты испугалась динозавров? Да, чуть-чуть. Там были всякие большие, маленькие. Я больше всего переживала, будем ли мы совершенно мокрые, но нет, нас обрызгало совсем чуть-чуть. Очень классно. Кто помнит третью часть? Смотри, Златка, хижина Хагрида. Хижина Хагрида. Давай, пойдем к нему чаю попьем. Давай. Пошли. Но мама говорит, это шоу Оливандера. Ну, мама, долго еще? Скоро. У входа такие стоят красивые волшебники. Что, Златка, как тебе тут? Пока непонятно, да? Мы находимся в лавке Оливандера. Здесь все волшебных палочек. Не получилось украсть палочку.
clouds. We were... Палочка. Знаете кого? Напишите в комментариях. Распаковка, чек. Тут, кстати, вот это карта. И в Хогсмите можно пройти квест с этой картой, и мы будем колдовать. Мы вам сейчас это покажем. Я выбрала палочку Гермионы. Вот такая она. Вергандиум Левиоса. Мама себе тоже купила вот такую, чуть-чуть похожую на мою, только темнее. Мам, из чего она сделана? Это лавр и перо феникса. Вау, какая красивая. Мам, ну все, пошли колдовать. Пошли. Так, ребята, у нас тут карта с квестом. Здесь карта Хогсмида и обозначены точки, где можно делать заклинания. А вот и заклинания, и нужно делать правильные жесты палочкой. Мы нашли первую точку, мы сейчас будем пытаться сделать заклинание. Ребята, видите вот этого Сириуса Блэка? Нам надо его победить. И вы должны нам помочь, поставить лайк и подписаться на наш канал. Быстрее, времени мало. Мне очень нравится колдовать этой палочкой. Каких мы были аттракционах? Ребята, мы были на мумии, раз горка, на Гарри Поттере, два горка, ну, на втором Гарри Поттере тоже, мама, это считается? Конечно. Три. На динозавра? На динозавра, да, на водяной горке. И последний? И кунг-фу панда, пять. Ну и какой тебе понравился больше всего? Мне, наверное, больше всего понравился динозавры, мумия и Гарри Поттер первый. Согласна. От себя дополню, что мумия классная, такая немножечко пугающая. А динозавры классные, потому что неожиданные моменты есть. А Гарри Поттер, он скорее погружает вот в эту атмосферу, которую мы очень любим. И мы сейчас возвращаемся в зону Гарри Поттера, чтобы просто получать удовольствие. Ну а кунг-фу панда, по мне, это просто гидромассаж. Ой, не гидро, это просто массаж креслом вибрирующим. Да, Злат? Да.
Ребята, нам очень понравилось в Universal. У нас хватило материала аж на 2 части. Так что будет еще 2-я часть. Ждите. Всем удачи, всем пока-пока.